дворцово-парковые ансамбли и замки, которыми так славится Беларусь. Их богатое убранство. Мир, Несвиж, дворец Паскевичей в Гомеле, Жилищи. Уникальная усадебная культура. Сохранившиеся интерьеры разных эпох и столетий. Лошица, дом Ваньковичей. Многое выполнено из дерева, испокон веку главного строительного материала республики, и белорусскими мастерами. Многое уже в суверенной Беларуси было отреставрировано, воссоздано заново по сохранившимся чертежам, портретным зарисовкам и тоже белорусскими мастерами. Как и столетия назад, республика славится своими специалистами-деревщиками, прочно ассоциируется с деревообработкой, отраслью, которая всегда была характерна для нее. В СССР потребность в предприятиях лесной, бумажной промышленности, деревообработки изначально была огромная. В предвоенный период отрасль являлась ведущей и в экономике Беларуси, в общем объеме составляя более 30%. Она же наиболее пострадала в период оккупации. Она же являлась фактически главной при восстановлении народного хозяйства. Лес в обескровленной республике – основной строительный материал. Планы лесозаготовок выполнялись ударными темпами. В декабре 1949 года в Богдановском леспромхозе на собрании партячейки шло обсуждение инициативы электропильщика Иосифа Гудилина. Он предлагал развернуть соревнования за лучшее использование механизмов и досрочное выполнение плана лесозаготовок. Вопросов много, но Гудилин стоял на своем. Предложение к коммунистам леспромхоза является обдуманным и осознанным шагом. Выступая перед товарищами, Гудилин все раскладывал по полочкам. Как можно более эффективно организовать работу, за счет чего сэкономить время, как с пользой для дела использовать механизмы. Убедительным был и другой аргумент. Предприятия республики включились во всесоюзное соревнование за ускорение технического прогресса и роста производства. Лесхозы не должны оставаться в стороне. Стране нужна древесина. В декабре 1949 года все республиканские газеты опубликовали инициативу знатного электропильщика Иосифа Гудилина. Ее поддержали все лесхозы. Поддержали и предприятия, которые в разные периоды традиционно являлись центрами деревообработки. Гомель, Пинск, наиболее крупный центр Бобруйск, Бобруйский фандок. Переходящее знамя было. Цеха, которые были основные цеха, как фанерный завод, лесопильный завод, белозерованный цех. Было у них соревнование между собой. Кто лучше, значит, отработает квартал. За это награждали коллективы, и это поднимало дух у рабочих. И поэтому всегда выполнялся план. Наше предприятие, Бобруйский фандок, в 1965 году стало прибыльным. В целом, от лесной бумажной промышленности в начале 50-х ждали ускоренных темпов развития, потребности в продукции росли. В строй вводились новое производство – Мозырский деревообрабатывающий комбинат.
Речицкая и Витебская мебельные фабрики, реконструированный Борисовский деревообрабатывающий комбинат. Флагманом оставался Бобруйский фондок. Не зря фондок назвали флагманом деревообработки. Можно себе представить, что Бобруйский древ на тот момент, скажем, 80-е годы я беру, когда работала, представлял очень большое объединение. Это два завода ДВП с мощностью 1,11 миллиона квадратных метров, второй 15,2. Это фанерный завод, который около 30 тысяч фанеры выпускал. Мебельная фабрика Халтурина, которая сегодня подпита с древом, Могилевская фабрика, Жлобинская фабрика, Рогачевская, два леспромхоза, мебельная фабрика имени Осипенки, которая кухню исполняла. Это очень-очень большое было предприятие. Работающих насчитывалось до 10 тысяч человек. Объемы выпускаемой продукции огромные. География поставок самая широкая. Наш пиломатериал грузился в Молдавию, на Украину, в страны Средней Азии. По Белоруссии шли громадные стройки. После войны поднимался Советский Союз. В месяц отправляли 1200-1500 кубометров пиломатериалов на экспорт на станцию ЧОП. А там станции ЧОП, этот пиломатериал распределялся по странам теперь настоящего вот Евросоюза. Румыния, Венгрия, Болгария. Предприятие освоило практически все виды продукции, которые могли производиться из дерева. Миллионы квадратных метров древесно-волокнистой плиты. Шпон, паркет, мебель. Тысячи кубометров фанеры. Почти 200 тысяч кубометров пиломатериалов. Это действительно были огромные по тем временам объемы. План производства лесопильного цеха был 160 тысяч кубометров пиломатериалов, я имею в виду годовую цифру. В одни сутки, скажем так, начальникам лесопильного цеха мне пришлось распилить за сутки 1000 кубометров круглого леса. В то же время, когда фанерный завод потреблял 750 кубов, два завода ДВП около 1500. Фондок в сутки мог переработать от 2 до 2500 круглого леса. Качество такое, что предприятие выполняло и спецзаказы. Некоторые особой важности. В 1959 году в ЦК КПБ срочно вызвали генерального директора «Бобруйскдрева» Александра Александровича Санчуковского. Предстояло отчитаться о выполнении важного поручения, которое было связано со строительством в Москве Кремлевского дворца съездов. Изготовление мебели для него поручено белорусскому предприятию «Бобруйскдрев». Объект на контроле лично Хрущева, на контроле и выполнение заказов по его оформлению. Здесь в основном привлекались работники мебельной фабрики имени Халтурина. Эта фабрика считалась одной из лучших фабрик в стране краснодеревщиков. Мебель изготавливалась из красного дерева, который завозился из многих стран, в первую очередь Азии и Африки. Тогда заказ был выполнен в срок. Одобрен руководством, зал получился торжественным. Слава о Фондоке, как о предприятии, где производилась качественная продукция, шла далеко за пределами нашей республики и страны. И в это время Фондоку пришлось выполнять ответственные заказы по изготовлению мебели и фурнитуры в Московском университете имени Ломоносова. Варшавский дворец культуры и науки оборудовали тоже мебельщики Фондока. Проводились работы на многих объектах, не только Москвы и Ленинграда, в ряде правительственных зданий, значит, Национальная библиотека Белоруссии и дворец съездов в Москве, и масса-масса различных объектов, Суздальский Кремль.
В годы пятой, шестой пятилеток закладывались и новые традиции. Тогда Бобруйск Древ не только производил традиционные виды продукции путем деревообработки, но и начинал делать эксклюзивные вещи. Главный лозунг предприятия – сохраняя традиции. Беремся иногда за высокохудожественные заказы. Недавно у нас был заказ дворцово-парковый ансамбль «Булгаков». Это стилизация 17-18 века мебели. Мы за него взялись, потому что никто в Беларуси за него не брался. Мы за него взялись и, скажем так, успешно мы его сделали. И на сегодняшний день все это можно смотреть, посещая этот ансамбль в Агроке Жиличи. Можно всю эту мебель увидеть. Реставрация. Воссоздание через ее образы интерьеров различных эпох. Эта традиция продолжилась уже в суверенной Беларуси. Обители, которые сегодня есть в Полоцке, в Турове, в Несвеже, в Эмире, они требовали сегодня уникального подхода. Начался новый этап освоения новейших технологий и создания условий для реставрации без привлечения зарубежной помощи. Белреставрация проектирует эту мебель, делает стилизацию соответствующему веку этой мебели. Потом по этим чертежам делают тот шедевр, который стоит вот во всех этих замках. Несвежский, Бирский замок, замок Купаловский театр. Их очень много. Деревообрабатывающая отрасль республики открывала новую страницу в своей истории. Сложнейшие работы, объекты с вековой историей делать своими силами. К тому времени наша Республика Беларусь обладала уникальными коллективами, которые действовали на территории всех регионов. Бобруйск Древ и Борисов Древ, и Ивацевичи Древ, Мосты Древ и многие другие, которые располагали возможностями именно производить те материалы, которые применялись в реставрации. Тогда же, в конце 50-х, это направление становилось новым и уникальным. Тогда же рождалась, создавалась и уникальная Бобруйская школа деревообработки не только в республике, но и в СССР. Пятидесятые, шестидесятые годы. Время активного участия Советского Союза в международных выставках. Свои достижения демонстрировали белорусские предприятия по деревообработке. Для того, чтобы продвигать свой бренд, мы участвовали во многих международных выставках. Мы участвовали, ездили на выставку в Италию, ездили в Познань. Выставка ВДНХ на Красной Пресне. Там тоже получали очень много наград. Критериев оценки много, но главным критерием все же было то, что выпускалась мебель натуральная и экологичная. И вот эта наша ручная резьба, которая была на мебели, она, конечно, придавала свой шарм. Нам относились как к серьезным производителям мебели. Событием стали представленные работы из дерева, интерьерные и образцы эксклюзивной мебели ручной работы. И это были работы не предприятия, а ПТУ-15. Оно было основано в 1958 году для подготовки кадров для Бобруйск-Древа.
и называлась «Профессионально-технической школой столяров-краснодеревщиков». Первый набор составлял немногим более 90 человек, но школа сразу заявила о себе. Здесь выпускали столяров-краснодеревщиков, маляров-альфрейщиков и декораторов. Чеканка, резьба, мозаика по дереву, роспись сувениров, работа по камню, плиточные работы, мозаичные. И вот это все двигало наш коллектив. Здесь были скульпторы, здесь были каменотесы, были вышивальщицы в этой мастерской. Здесь были роспись игрушек, роспись по ткани. Значит, такое направление у нас были живописцы, это роспись по фарфору. Значит, очень много было интересных направлений в творчестве. Человек мог себя реализовать в любом направлении. Уровень училища подтверждают многочисленные награды. Только с ВДНХ 637 медалей. Для Могилевской области один из залов мы использовали своим училищем. Вот это и есть реклама. Мне лично самому приходилось каждую выставку монтировать, восстанавливать на ВДНХ. Здесь уникальные первые работы под интерьеры разных стилей, от барокко до классицизма. Сами делали станки, изобретали механизмы для обработки. Все работы были индивидуальными и оригинальными. Мы стараемся все сохранить, все традиции сохранить, потому что все эти специальности востребованы, ручной труд востребован, реставрация картин востребована. Работы оказались такими интересными, что в Будапеште отдельно была выделена целая экспозиция на выставке специально для Бобруйского художественного училища. 7 января 1971 года был подписан указ Президиума Верховного Совета БССР о награждении Бобруйского фанеро-деревообрабатывающего комбината орденом Октябрьской революции. Тогда же более 600 его работников были награждены орденами и медалями. Среди них большая часть выпускников знаменитого художественного училища номер 15. Старейшие предприятия республики. Они и сегодня работают успешно. Вряд ли сегодня кто-то не знает и продукцию Добружской бумажной фабрики. Ни одно поколение школьников Советского Союза, республики, использовало произведенные на ней письменные принадлежности. Тетради, альбомы, закладки, блокноты. Предприятие было образовано в 1870 году. Поставлено было на тот момент самое передовое оборудование, благодаря чему сразу завоевало рынки и славилось своим качеством. 1972 году была выпущена первая бумага. И стропья делала сама, и немножко соломы. Потом уже немножко у нас пошло развиваться производство и начали делать сама с целлюлозы сама и с макулатуры. Традиции сохранялись и в Советском Союзе. Добружская фабрика закрывала потребности и в бумаге, и в товарах народного потребления. До военный период школьные тетради пользовались большим спросом сама. Чертежная и рисовальная бумага тоже пользовалась большим спросом. Был период, что каждый четвертый ученик бывшего Советского Союза писал на школьной тетради Добружской бумажной фабрики. Фабрика не случайно стала основным производителем в СССР чертежной бумаги.
Этому помогли смекалка и профессионализм добружских бумажников. Мы начали чертежное делать, а потом началась проблема с поставкой целлюлозы. И мы разработали чертежную бумагу с добавлением лиственной целлюлозы. И даже мы могли работать на 80% лиственной и только 20% хвойной. И у нас бумага получалась. Поэтому мы и закрепились на чертежной бумаге. Профессионализм, изобретательность еще не раз будут помогать решать поставленные перед предприятием задачи. Особенно, когда требовалось не только обеспечить выпуск продукции, увеличить объемы, но и перейти на принципиально новый уровень ее качества. В декабре 1956 года в правительстве республики проходило совещание с участием представителей двух ведомств – лесного хозяйства БССР и Министерства образования. На повестке выпуск продукции Добружского целлюлозно-бумажного комбината. Из союзного подчинения он переходил в республиканское. Но круг вопросов расширялся. Ведущее в стране предприятие по выпуску бумаги, а качество уже не устраивало. «На лаврах почивать время прошло, нынче требования другие», заметила заместитель премьер-министра Евдокия Ильинична Уралова. «Бумага для тетрадей серая, альбомная очень грубая. Все это хорошо было, когда республика поднималась. Ну вот посмотрите, финские и польские тетради, бумага белая. Мы войну выиграли, а детям дать красивую гладкую бумагу для рисования не можем». Начальник главного управления лесного хозяйства при Совмине БССР Иван Семенович Былинский повторил то, что уже неоднократно говорилось на совещаниях. «Извините, но нужна модернизация». Первая масштабная модернизация была проведена в 1956 году. Уже в новом десятилетии предприятие выпускало 67% только чертежной и 50% рисовальной бумаги, 14% школьных тетрадей от союзного производства. К качеству требования особые. «Мы свое предложение внесли, чертежи нарисовали. Одну машину мы разобрали, секцию, свое все переделали, поставили. Пришла комиссия, проверили, посмотрели, сказали: класс. Я сейчас на пенсии, но я этот агрегат как своих пять пальцев знаю. Мог бы с закрытыми глазами разобрать, собрать, настроить его и выпускать школьные тетради. Леновочка и обложечка. Вот качество печати прекрасно». И первые успехи. С 1961 по 1966 годы введено в эксплуатацию 1116 единиц нового оборудования. 19 ноября 1967 года фабрика только за сутки выпустила 191 тонну, а чертежной бумаги в 60-х на предприятии уже вырабатывалось до 90% от общего выпуска в СССР. А 1 сентября 2023 года тоже знаковая дата для предприятия. 100 лет со дня выпуска первой школьной тетради в республике. На фабрике традиции сохраняются, но потребности времени вносят свои коррективы. «Основное продолжение жизни мы связываем новым комплексом, непосредственно с новой картонно-отделочной машиной, где производится высококачественный мелованный трехслойный картон, который в Беларуси никто не производит. Мы первые и единственные, кто освоил выпуск
данного картона в связи с тем, что есть большая потребность в нем и растет рынок. Успехи Добружской бумажной фабрики сегодня – это успехи тех героических лет послевоенного восстановления предприятия – 50-х, 60-х. Тогда она вместе со страной делала рывок в своем развитии, нарабатывая потенциал на десятилетия вперед. Это было время, когда деревообрабатывающая, бумажная промышленность заявляла о себе в мире современной продукцией, становилась флагманом экономики Белоруссии и Советского Союза.